Долгие годы эта территория была заброшенной, практически непроходимый лесной массив. Если заходили сюда жители, то лишь только набрать грибов и ягод, да и их количество было незначительно. Зная, что здесь было, хороший лес был, но, так сказать, дремучий, достаточно нечистый. И сейчас смотреть на это... я глазам не верю сами. Здорово. Идея создания парка напротив железнодорожной станции «Раздоры» понравилась всем. Жители поддержали инициативу. Потребовался год, чтобы создать новый, комфортный, насыщенный активностями объект. Особенность этих парков в том, что они работают не только летом, но мы думаем над форматами, когда эти парки, по сути, в любое время года принимают гостей. Для этого и дренажные системы существуют, и удобные парковки, и прокаты, и туалеты. В общем, стараемся соответствовать самому высокому уровню. Поэтому большая программа, жители ее поддерживают. Губернатор вместе с главой Одинцовского городского округа, известным кинорежиссером, жителем Барвихи Федором Бондарчуком объехали Раздолье. Парк открыт для жителей муниципалитета и гостей Подмосковья. Уникальный лесной массив в сочетании с хорошей инфраструктурой станет местом притяжения людей, которые любят активный отдых. Мария Шматкова, Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».